В этом году будут проведены выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. В преддверии этого важного события возрастает интерес к опыту лучших территориальных избирательных комиссий, в их числе избирательная комиссия Славянская. В Славянске на Кубани накоплен богатый опыт проведения выборов любого уровня и работы с молодыми избирателями. Для того, чтобы познакомиться с этим опытом и по возможности рекомендовать его другим, Славянский район с рабочим визитом посетили представитель Центральной избирательной комиссии России Леонид Зверев и начальник организационно-правового управления Краизбиркома Максим Нечитайло. Они хотели поделиться опытом или перенять наш опыт работы с молодежью, с подрастающим поколением, потому что Краснодарский край лидирует в этом направлении. На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия, можно сказать, перенимает опыт избирательной комиссии Краснодарского края. А мы этим вопросом занимаемся где-то, наверное, с 2003-2005 года мы с молодежью работаем. Поэтому на сегодняшний день вот они приехали посмотреть. Они также интересовались именно, как мы готовы к выборам депутатов законодательного собрания, как мы готовы к выборам местным, которые у нас будут проходить, выборы глав и дополнительные выборы депутатов районного уровня, поселенческого уровня. Вот эти вопросы осветили, рассказали. Ознакомили их с работой вот именно территориальной избирательной комиссии непосредственно по работе с молодежью. Какие мероприятия проводят, как мы проходят эти мероприятия у нас. Секретарь комиссии Елена Горностаева наглядно показала готовность пункта приема заявлений избирателей по месту нахождения, рассказала о подготовке к приему документов кандидатов. Были продемонстрированы ведение дела производства, а также порядок и условия хранения избирательной документации.